Мы вышли на улицы Чебоксар, чтобы узнать, как жители города относятся к решению властей ужесточить режим ношения масок. Очень хорошо. Это ради нас. Мы должны оберечься, чтобы не заразить, или зараженные, чтобы другого не заразили. Мне кажется, это все нормально. Я полностью согласен. Масса с маской? Да, даже если просто выхожу на улицу, например, мусор вынести. Мне иногда тяжело, но это вынужденная мера. У нас есть внуки, поэтому без масок это... Какую заразу всякую принести домой и заразить внуков, это... Нет, конечно, нет. Говорят, нужно слушаться всех врачей и всех, то, что нам говорят, слушаться надо. Носить маску и перчатки носить обязательно. Чтобы, если все мы будем маски носить и перчатки носить, то у нас быстрее закончится наш коронавирус. Вы видите, я сама хожу в маске и считаю, что все маски должны одеваться без исключения, особенно в общественных местах. Тем более сейчас немножечко какое-то есть послабление, и люди должны сами думать о своем здоровье.